Никита, ты чё такой загруженный? Да чё? Придорова, Вань. Здорово. Да, Ольга Ивановна дала задание сделать рассказ для абитуриентов. А что говорить, с чего начинать, не знаю толком. Может, ты подскажешь? Смотри, начни вот так, что у нас факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологии самый крутой в политехе. У нас можно поступить на 6 направлений. И на каждый из них можно поступить, сдавая химию, профильную математику и русский язык. Ну, смотри, в чем дело. Они все это и на сайте могут посмотреть. А я вот думаю, может, про наш новый профиль на химической технологии рассказать, что они могут потом на предприятиях парфюмерии работать, косметику, там, фармацевтика. У меня девчонки знакомые, с факультета 2 года назад, типа, хотели бы на этот профиль поступить. Они смогли. А еще ведь новые направления открываются. Системный анализ управления. Там и Лукойл, и Сибур, и Метафракс уже все в очередь выстроились. Подожди. Вот давай лучше расскажем, что вот интереснее будет. Студенческая жизнь. Я тебе помогу, выйду, да, как председатель студенческого совета. Расскажу про студенческую весну. Их еще ждет дебют. Будет мистер и миссис. У нас куча материала снято, столько показать можно. Давай расскажем. Да, да. Ну смотри, в чем еще дело. Все эти абитуриенты приходят на ту же самую вот выставку образования и карьера и спрашивают, а что, вот какая у вас стипендия? Вот про стипендию надо точно рассказать. А у нас ведь она одна из самых больших так-то в крае. У меня у знакомых в КГУ учатся, у них не так много. А у нас еще и губернаторская, и повышенная губернаторская. Вот если тем же самым творчеством заниматься, или там мероприятия организовывать, спорт, наука, это же тоже все деньги ведь дают. Вот что рассказывать? Подожди, мне кажется, мы их перегрузим. Мне слишком как-то информации много накидали уже. А давай вкратце расскажем, но все равно все знают. Дорогие абитуриенты, родители, учителя и гости выставки «Образование и карьера 2021». Мы ждем вас на нашем факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологии. Пусть сейчас мы с вами находимся на удаленке, но тем не менее наш факультет готов в очередной раз порадовать вас невероятными химическими опытами, чудесными советами, как продолжить свой дальнейший жизненный путь. Ждем вас на выставке «Образование и карьера 2021». Подписывайтесь на наш Инстаграм, группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Ждем вас на выставке «Образование и карьера 2021». С любовью, ваш факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Мы называем себя химтех. Ну и на факультете ждем тоже.